Всем привет! С вами Артур. И сегодня у меня в ремонте Volvo XC60. Небольшой ремонт переда. Итак, правое переднее крыло, бампер, фару буду менять. Остальные мелкие повреждения исправим. Итак, первым делом разбираю перед. Перед разобран, и теперь я вижу небольшие повреждения, которые нужно исправить. Часть подрамника согнута. Все это снимаю и уравняю. Это сделано из толстого металла, подровнять не выйдет, поэтому разрежу по сварочному шву, поврежденные части заменю. Части подрамника установил обратно, и теперь буду устанавливать все остальные детали переда. Но сначала я делаю необходимые мне измерения и корректирую, если надо. Вот теперь все гуд. На этом моя работа закончена, отдаю машину хозяину. Эта работа заняла 15 часов. А у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!